Он играл в театре «Ромео», и за ним бегали толпы поклонниц. Его называли в советское время «всесоюзный бабник». У Сашальского за всю его жизнь было 8 жен. Среди них имена Нонны Мордюковой, Алины Покровской и Нинель Подгорной. Ольга Аросева стала первой в этом списке. Это единственный брак, о котором Аросева предпочитала умалчивать. А Сашальского в своих мемуарах она упомянула лишь однажды с характеристикой «подлец».